Спортсмен строгостью устанавливает рекорд. Новый рекорд города Москвы. Ассали справляется с результатом 130 килограмм. Подином защитный новый рекорд в Москве установлен. В случае удачного подъема спортсмен увеличит рекорд города Москвы на 14 килограмм. Абдулгашумов Асали. К сожалению, подъем неудачный. Завершил спортсмен с результатом 165 килограмм, набрал в сумме в боре 300 килограмм. На 45 килограмм увеличив рекорд в сумме двоеборья, установленном в 2013 году Мосынбаевым.